Всем большой-большой привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем Крисмас-влоге мне бы очень хотелось поделиться с вами рождественским предновогодним настроением, передать ту волшебную и неповторимую атмосферу чуда и волшебства, которую нам дарит декабрь, поделиться с вами рецептами очень вкусных новогодних закусок, показать, как я запаковываю подарки своим родным и близким, а также как я подписываю новогодние открытки. Как я вам уже рассказывала, я обожаю подписывать открытки, обожаю отправлять их, получать их по обычной почте. Поэтому, конечно же, в Новый год я просто не могу не подписывать рождественские новогодние открытки. Также я участвую в таком проекте, как «Посткроссинг». Наверняка вы уже об этом знаете и слышали. Это проект, который позволяет людям со всего мира обмениваться настоящими бумажными открытками. Поэтому давайте вместе подпишем открытку. На этот раз мне выпала девушка, которая живет в Финляндии. Она тоже обожает Рождество и Новый год. Это меня не может не радовать, потому что иногда встречаются персонажи, которые терпеть не могут этот праздник. Ну, я этот выбор уважаю, конечно же. Все мы очень индивидуальны. Именно поэтому этот мир так разнообразен. Я решила остановиться вот на такой немножко готичной открытке. Мне кажется, она очень подойдет под интересы этой девушки, которая все любит средневековое и даже является, насколько я поняла, организатором средневековых ярмарок. И, конечно, как вы можете видеть, пишу я по-английски. Это стандартный язык в посткроссинге, если, конечно, не указаны другие языки, которыми владеет получатель будущей открытки. Обожаю я весь этот процесс, подбирать под интересы получателя открытку. Если нужно, подбирать конверт, выбирать марки, как-то по-особому оформлять. Это творчество в чистом виде, плюс релакс. У меня уже огромная коллекция открыток, я обожаю их перебирать. Из совершенно разных стран мира. Очень здорово. Есть люди, с которыми, познакомившись через открытки, мы дружим в социальных сетях. Этот проект действительно классная вещь, которая позволяет найти друзей по всему миру, ну и просто дарить радость людям. К слову, именно благодаря посткроссингу этому проекту мы с сыном живем сейчас в Испании. Если вам интересно, как мы познакомились с Диего при помощи открытки, напишите об этом в комментарии, и я постараюсь обязательно снять об этом отдельное видео. Итак, один из самых моих любимых моментов – заворачивание подарка. Обожаю этот процесс, могу, не знаю, часами сидеть и заворачивать подарки, вот честное слово. Вот я уже завернула несколько штук.
И что я подумала? Что показать подарки я вам не могу, поскольку мои родные и близкие меня смотрят, мой канал. Остается только сын. Ну, его я попросила не смотреть это видео, но, в общем-то, особо и не смотрит. И поэтому я покажу, что мы ему купили и как я буду ему заворачивать эти подарки. Но основной подарок – это, конечно, книги. Он у нас очень полюбил Фрэнка Герберта, трилогия «Дюна». И теперь он попросил, намекнул, говорит, что, оказывается, есть еще 3 книги. Ну, естественно, мы тут же приняли это на вооружение и купили. Вот, то есть Алексей у нас очень любит читать, обожает. Причем вот прямо фанат чтения, может читать часами. Ну и потом он у нас фанат Майнкрафта, а соответственно все тоже связанное с Майнкрафтом. Вот такая настольная лампа. Маленькая, миниатюрная. Вот такие игральные карты. Мы с ним все лето резались в дурака, я его научила. На пляже, на прогулке, в парке, в общем. И я подумала, что вот такие с Майнкрафтом ему должны будут понравиться. Поэтому взяла. Ну, естественно, календарь на 2024 год. Я думаю, он будет в восторге. Ну что ж, приступаем к запаковке. В Испании подарки принято именно заворачивать в упаковочную бумагу. Ну, не то, что принято, да, но вот, по крайней мере, такая распространена традиция именно заворачивать в упаковочную бумагу. И эта бумага всегда продается в больших количествах везде, особенно перед новогодними праздниками. Как я уже рассказывала в одном из своих видео, у испанцев так получается, что, смотрите, значит, 24 декабря они отмечают католическое Рождество. Так, никакой Папа Ноэль в этот день к ребятишкам не приходит. Значит, это просто семейный такой спокойный ужин. В семейном кругу обязательно. Значит, с 31 на 1 они отмечают тоже Новый год. Но это тоже не скажу, что прям какой-то вау праздник. Это просто вот, значит, бой курантов, встреча Нового года, поедание 12 виноградин. То есть не так, не с таким ожиданием и не так помпезно, как ожидаем этот праздник мы. Это 2, да, получается? А третий праздник с 5 на 6 января, когда приходят волхвы или волшебные короли, и уже они дарят детям подарки. Ну вот такой вот получается подарок. И еще я хотела его подписать. Ну вот что у меня получилось. Первый подарок готов. Меня как мать не может не радовать, что я дарю сыну в подарок именно книги. Сюда тоже нужно какую-то ленточку, да? Какую ленточку мы... Вот давайте белая, смотрите. Да? О, белая, красиво. Сейчас мы ее... Вообще самое главное ведь это не подарок,
Это просто внимание. Ведь подарок может даже быть самым каким-то простым, самым, я имею в виду, недорогим, да? Но как он завернут, да? То есть как он был подарен? Какие слова тебе при этом человек сказал? А может быть, как-то оригинально написал, да, презентовал? Это тоже все, ну, по крайней мере, для меня имеет значение. То есть это говорит о том, что о твоем отношении, вернее, об отношении человека к тебе. Ну вот, все, книги тоже готовы. Я что-то все красиво разложила для вас, для картинки. Теперь мне неудобно запаковывать. Ну, ничего, сейчас. В плане подарков, да, что дарят испанцы? Ну, как я уже говорила, ничего такого вот особенного, потому что все-таки волшебные короли приносят подарки именно детям, то есть праздник как таковой вообще-то детский. Но, конечно, дарят какие-то именно мелочи, да, допустим, то есть ничего такого особенного, просто какие-то приятные мелочи, которые могут порадовать ваших родных и близких. Также есть, например, традиция, допустим, в магазинах продается так называемый праздничный набор, праздничная корзина продуктовая, именно с деликатесами. То есть это тоже популярно. То есть там, например, будет какой-нибудь вкусный хамон, какая-нибудь вкусная колбаска, вина, например, тоже, естественно, местного производства. Что-то такое. Турон, естественно, традиционная сладость. Турон, пальварон – это традиционные рождественские сладости. Сыр, как без него, паштет. Вот такие тоже могут быть подарки. Ну, я говорю, или что-то такое чисто символическое, чисто такое милое и приятное, да, что может тебя порадовать. Для испанцев самое важное, понимаете, общение. То есть самое важное – это собраться вместе, да, и провести приятный вечер в кругу семьи. Неважно, будет дома это или это где-то в ресторане, да, отмечается праздник. Самое главное – это общение. То есть испанцы очень любят коммуницировать, очень любят разговаривать, для них это очень-очень важно. Все остальное второстепенно. Ну вот, по-моему, красиво, да, получилось? Красиво, празднично, по-новогоднему. Каждый раз 24 декабря мы ездим к нашей свекрови любимой, к нашей бабушке Исабель. И у нее там отмечаем Рождество. Причем 25-го мы снова собираемся, но уже на обед, чтобы встретить уже, скажем, наступившее Рождество. Иногда мы остаемся с ночевой, чтобы туда-сюда не ездить. Она живет в другом городе. И точно так же 31-го мы обычно приезжаем и отмечаем 31-го, а 1-го встречаемся на обед. Так, календарь, лампа Майнкрафт, естественно, книги. И карты. Все. Вот такой вот новогодний подарок будет от нас нашему сыну. По-моему, здорово, правда? Также хочу поделиться с вами очень вкусными праздничными закусками, которые можно приготовить как на Рождество, так и на Новый год, да и вообще на любой праздничный стол. Закуски получаются очень красивыми, эффектно смотрятся на столе и, самое главное, очень-очень вкусными.
И первая закуска, которую мы с вами приготовим, это тарталетки с сыром, ананасами и креветкой. Итак, для приготовления этой закуски нам понадобится 2 вареных яйца, 50 грамм твердого сыра, 3 кружка консервированного ананаса, 2 столовые ложки майонеза и 1 или 2 зубчика чеснока по вкусу. Также черный перец. Яйца с сыром нужно натереть на мелкой терке, мелко порезать ананас, добавить майонез, соль, перец по вкусу, выдавить через пресс чеснок и полученной смесью начинить тарталетки. Украсить креветкой и веточкой петрушки. Эту закуску можно абсолютно спокойно готовить и без креветки. Получается тоже очень-очень вкусно. Но поскольку это праздник, праздничная закуска, поэтому креветка здесь, мне кажется, очень к месту. Следующая закуска – это тарталетки с крем-муссом из копченого лосося. Тоже очень-очень вкусная. Что нам понадобится? 100 грамм сливочного сыра, 100 грамм копченого лосося и столовая ложка лимонного сока. Я крем-сыр и копченый лосось перекладываю в чашу блендера, добавляю лимонный сок и измельчаю. Полученную массу отправляю в кондитерский мешок с насадкой «Звезда». И вот такой красивой насадкой выдавливаю крем, заполняю тарталетки. Украшаю маленькой красной икрой и 2 стебельками зеленого лука. Закуска готовится очень просто, а получается невероятно вкусной. Следующая закуска – это тосты с паштетом и цветком из сыра. Для него нам понадобятся маленькие тосты, паштет на ваше усмотрение, у меня свиной, и 6 пластинок сыра гауда. Из сыра необходимо вырезать круглые кружочки, в зависимости от размера сложить 6 или 8 кружочков в ряд, свернуть рулетиком и этот рулетик, в свою очередь, разрезать напополам. И так у нас получится с вами 2 сырных цветочка. Чтобы сформировать эти тосты, я сперва смазываю тост паштетом. Сверху я укладываю джем, у меня черная смородина и яблоко. Поверх джема я выкладываю сырный цветок и украшаю мятой и малиной. Как вы понимаете, закуски вы можете украшать на свой вкус. Еще одна закуска – это канапе с муссом из крабовых палочек и тунца. Тоже очень вкусно. Для нее нам понадобится 50 грамм крабовых палочек, консервированный тунец 80 грамм и 50 грамм сливочного сыра. В чашу блендера я укладываю крабовые палочки, тунец, сливочный сыр, добавляю немного соли и сушеного чеснока. И все как следует взбиваю. Получившийся мусс перекладываю в кондитерский мешок с красивой насадкой и отсаживаю крем в канапе. Получившееся канапе я украшаю анчоусом, 2 дольками маленьких маринованных огурчиков и листиком укропа.
Еще одна классная и очень изысканная закуска – это крекеры с голубым сыром, грушей и хамоном. Для этой закуски нам понадобятся крекеры, 12 тонких ломтиков груши, голубой сыр 6 долек и 6 кусочков хамона. Сперва я разрезаю грушу на тонкие ломтики и обжариваю ее на сковороде по паре тройки минут с каждой стороны, чтобы она стала такая румяненькая и обжаренная. Когда груша обжарится, можно собирать закуску. На крекер сперва выкладываем кусочек голубого сыра. Поверх сыра выкладываем 2 дольки обжаренной груши. Поверх груши выкладываем свернутый рулетиком хамон. Все это поливаем медом. Посыпаем на свой вкус орехами. У меня измельченная фисташка. И украшаем веточкой розмарина. Потом я еще решила добавить по ягодке голубики. Мне показалось так более гармонично. Ну и еще одна очень вкусная свежая закуска – это шпажки с моцареллой и томатами. Для нее нам понадобятся шарики моцареллы, томаты черри, зеленые или черные оливки по вашему вкусу. Я еще решила добавить виноград без косточки, он оказался немножко кислый и идеально подошел для этой закуски. Ну и поскольку это рождественская закуска, я решила украсить само блюдо веточками розмарина. Мне кажется, смотрится очень празднично и как будто имитирует еловые ветки. Здесь все очень просто. Нужно на шпажке надеть все ингредиенты в любом порядке, в каком вам нравится. Но фишка этой закуски прежде всего в соусе. Что понадобится? Нужно в ступке смешать 5-6 листьев базилика, пол зубка чеснока, добавить соль и хорошее количество оливкового масла. И все как следует перетереть. Полученный соус нужно перелить в какую-то емкость, которую можно поставить посередине блюда, на котором вы планируете подавать закуску. Я вам очень рекомендую эту закуску. Она вкусная и сама по себе, без соуса. Но именно соус придает такой необычный вкус, поэтому я вам очень-очень рекомендую. Ну что ж, вот такие закуски у меня получились. Они все действительно очень-очень вкусные. Я вам рекомендую их приготовить, потому что они очень красиво смотрятся на праздничном столе и действительно имеют очень богатый, интересный и необычный вкус.
Декабрь – замечательный зимний месяц, поэтому готовьте с удовольствием, украшайте ваш рождественский новогодний стол, пусть он будет самым красивым, самым вкусным, самым ярким. Подписывайте открытки вашим родным и близким, упаковывайте с любовью подарки, ведь так вы выражаете внимание своим самым близким людям. Наслаждайтесь этими замечательными праздниками, и пусть все у вас будет замечательно. Я желаю вам всего самого доброго, а мы увидимся с вами уже совсем скоро.